Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с депутатом Государственной думы Денисом Майдановым открыли новый дом культуры в поселке Горки-10. Это универсальный центр дополнительного образования, досуга и творчества людей разного возраста. Современный клуб, оборудованный по последнему слову техники, рассказал Андрей Иванов. Территория вокруг ДК уже благоустроена. На ней планируют проводить праздники и массовые мероприятия. Есть также детская площадка.